Итак, друзья, всем огромный привет, с вами снова Дарья, это мой канал обзоров корейской косметики. Очень рада вас видеть, и сегодня речь пойдет о ночной маске, о суперувлажняющей ночной маске от бренда The History of Wu. Нам известно, что ночью проницаемость и способность нашей кожи усваивать полезные элементы повышена, а регенерация клеток также идет полным ходом. Лицевые мышцы при этом расслаблены, как и все наше тело, нас окружает тишина и покой. То есть самое время для ночной или так называемой несмываемой маски. Вот данная увлажняющая ночная маска на основе экстрактов восточных трав. В ней в составе заявлены ценнейшие экстракты из корней женьшеня, элеутерокока, которые запускают самовосстановление и тонизирование кожи. Ну, не секрет, что я давно ищу замену водной ночной маски от Laneige. Вот увидев данную масочку, почему-то сразу решила, что она мне должна подойти. Вот сразу пошла ассоциация с Laneige. Вот, тем более, что бренд проверенный в качестве, сомневаться не приходится. Решила, нужно брать. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая масочка имеет очень легкую гелевую структуру. При нанесении ощущается небольшой охлаждающий эффект. И что для меня особенно важно, она абсолютно не липкая. То есть нет ощущения, что размазываешь по коже китайского лизуна. У нее очень приятный, легкий, такой цветочный аромат. На впитывание маски уходит максимум минута, после чего можно отправляться спать. После нанесения и полного впитывания кожа не жирная, не липкая, то есть спокойно можно наносить даже на шею, не бояться, что ваши волосы прилипнут к шее. Вот я, конечно, нанесла очень много, но тем не менее маска сейчас очень быстро впитается, и при всей своей легкости маска выполняет заявленную задачу. То есть утром кожа очень плотная, напитанная, бархатистая и очень увлажненная, как будто обновленная. Вот по ней так стучишь пальцами, и она пружинит, упругая до безобразия. Морщинки, если они есть, если они видны, они становятся меньше, то есть они тоже напитываются, увлажняются. Что еще заметила? Если случайно нанести маску в район нижних век, то раздражение она не вызывает, глаза от нее не горят, как бывает иногда от некоторых средств. Особенно интересно то, что на утро после применения маски наибольший эффект отмечается в области шеи как раз. Она выглядит очень ровной, гладкой, подтянутой, такой прям напитанной. Все ночные заломы, морщинки уходят за одну ночь. Пробник довольно большой, 4 мл, поэтому мне его хватает на 3 полноценных нанесения, то есть лицо плюс шея. В среднем можно считать расход так, один пакетик на неделю. То есть при использовании маски 2-3 раза в неделю одного пакетика вполне достаточно. Чересчур перенасытить маской кожу у вас не получится, так как она очень легкая, невесомая, какая-то такая водная, что ли. При этом содержит максимум увлажнения, столько, сколько необходимо вашей коже. Поры не забивает. Эффект увлажнения держится даже после утреннего умывания теплой водой. Ну, аллергии от нее нет, что тоже огромный плюс. Ни рыхлости, ни отечности, ничего такого вот я не замечаю. В общем, для меня данная маска – это своеобразное экспресс-средство для приведения моей сухой кожи в чувство. Нисколько не жалею, что решила ее попробовать. И думаю, что сейчас зимой она станет моим постоянным спутником, потому что превратиться в засушенный пергамент я не хочу. Так что, дорогие девушки, пробуйте, хорошейте, увлажняйте вашу кожу и будьте красивы. Всем желаю красоты и долгой молодости. И прощаюсь с вами до следующего видео.